В Татарстане для охотников разработают специальное мобильное приложение. В приложении охотники смогут узнать о хозяйствах, где разрешена охота и на какие именно виды ресурсов. Там можно будет оформить разрешение и получить ответ. То же самое по охотничьим билетам и по учетам. Вот и на завершающем этапе осталось совсем немного, заверил чиновник.